Накануне Центральная избирательная комиссия Республики рассмотрела документы о регистрации кандидатов в депутаты в Госдуму. Всего были изучены документы, предоставленные 8 кандидатами, выдвинутыми политическими партиями и 4 самовыдвиженцев. Рассмотрев документы Андрея Савича Борисова, ЦИК отказал в регистрации. Причиной отказа послужили несоответствия в документах. Комиссия посчитала, что из 18 тысяч подписей 1287 являются недействительными. Андрей Борисов выразил свое несогласие и заявил о намерении судиться. Также было отказано в регистрации кандидатов Алены Атласовой, Зои Соловьевой и Максима Мясникова. Основной причиной признания этой подписи недействительными является то, что списки избирателей и списки сборщиков подписей, они должны быть удостоверены нотариально. Мы понимаем, что эта норма для республики очень жесткая, потому что нотариаты не везде есть, а люди по-старому собирали. Поэтому вчера мы отказали в регистрации. На основании того, что эта проверка была проведена неправильно и много ошибок, мы считаем, что сегодня принятое решение Центральной избирательной комиссии, окружной избирательной комиссии, неправомочно, и будем в судебных инстанциях добиваться своего, чтобы признали нас кандидатом, меня кандидатом. Я буду бороться за кандидатский мандат в Государственную Думу Российской Федерации.